Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 409. Точка О – центр окружности, а отрезок ОА – ее радиус, рисунок 68. Нужно определить, какие из точек B, C, D, E и F принадлежат окружности, а какие нет. Есть два варианта ответить на поставленный вопрос задачи. Во-первых, можно измерить радиус ОА и все расстояния от точки А до точки Б, от точки О до точки С, от точки О до точки Д, от точки О до точки Е и расстояние ОФ и сравнить с радиусом ОА. Если расстояние до точки будет равняться радиусу, то точка принадлежит окружности. А если больше будет или меньше радиуса, то не принадлежит окружности. Ну или второй вариант. Нужно начертить окружность центром в точке О и радиусом ОА и посмотреть, какие точки будут принадлежать окружности, а какие нет. И пойдем по второму пути. То есть начертим окружность центром точки О и радиусом ОА, и тогда видно, что принадлежат окружности только точки С и F, а не принадлежат окружности точки Е, Д и Б. И выполнили задание 409. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.